Привет, меня зовут Кулагин Степан, я мастер-тренер клуба Gold's Fitness Hampton. И сегодня я расскажу об упражнении вакуум. Упражнение вакуум – это упражнение для укрепления поперечной мышцы живота. Собственно, поперечная мышца живота удерживает наши внутренние органы внутри брюшной полости. Таким образом, укрепляя эту мышцу и сохраняя ее в тонусе, вы обеспечиваете себе плоский живот. Выполнять это упражнение мы будем в нескольких вариантах. И выполнять их будем от простого к сложному. Самый простой вариант выполнения – это выполнение лежа. А далее следует стоя и на четвереньках. Это самый сложный вариант, потому что мы будем выполнять его против силы тяжести. Поехали! Соответственно, для начала мы выполняем самый простой вариант выполнения – это лежа. Соответственно, все, что нам потребуется – это коврик. Ложимся, делаем глубокий вдох и затем выдох. И задерживаем дыхание, максимально втягиваем живот в себя. И, соответственно, держим насколько можно дольше. То есть прямо втягиваем живот к позвоночнику. Потом немножко передохнули и делайте это снова. И повторяйте так 5-10 повторов. Делать это лучше на голодный желудок, то есть можно даже делать это прямо как проснулись сразу с утра. После того, как лежа примерно 5-10 раз, не знаю, секунд по 30 вам будет делать уже легко, вы можете переходить к следующему этапу, это выполнять это упражнение стоя. И все то же самое. Делаем глубокий вдох, потом выдох и максимально втягиваем живот и держим насколько сможем долго. Сложный вариант выполнения – выполнение на четвереньках. Почему он сложнее? Потому что выполняется уже против силы тяжести. Принимаем такое положение, делаем глубокий вдох, далее выдох и втягиваем живот в себя и держим. Упражнение несложное, занимает времени очень немного, поэтому выполнять его можно каждый день, даже несколько раз в день. И в дальнейшем это уже переходит в привычку и позволяет вам держать живот втянутым практически все время. И, соответственно, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии под этим видео, подписывайтесь на наш канал, и да пребудет с вами сила!